И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик и мой сын Ярик, и сегодня мы играем в Scrap Mechanic, это у нас первая серия, ребята, поздоровайтесь. Всем доброго времени суток. Всем привет. О, вы уже полетели, да? Давайте, я тоже лечу. Папа, я монах, смотри. Ярик, как ты, что ты хочешь про эту игру сказать? Кстати, я бы и не покупал, ты Ярик очень просил. Купи, да. Купи, я и купил. Мне понравилось. Видишь, такие вещи папа, стоят. Эта игра купается. Так, она все, классная. Уходите с моего поля. Смотрите. А я Димон, я не вижу Димона. А я внизу. Пап, смотри, заднее сальто. Ты не сможешь, Ярик. Смогу. Смотри. А, машина твоя летит вниз. Так, давайте попробуем приземлиться. Я эту машину строил, ну не знаю, ну часа полтора где-то строил, чтобы центр найти. Она теперь вообще четко приземляется. Сейчас покажу вам. Можно профессионально. Шаттл. Ярик, ты что, псих? А, еще можно на двоечку ускоряться. Здесь у меня нитро. Короче, все продумано. И сразу полететь. О, давайте можно. Гонки попробуем устроить. О, давайте. Кстати, Диман, хорошая идея гоночки. Вдоль забора, короче говоря. Поехали. Диман, так нечестно. Как ты так вырываешься вперед? Ты нитро жмешь, да? Я мастер. Я мастер по гонкам. Да я вижу. Слом меня. Давай, давай. Я нитро тупо жму. Я боюсь, тут ямы. Ох, ее кидает. Воу, вот это вообще нереально. Вообще сильно. Я все не буду нитро бросать. Я лучше перевернусь, но я буду пытаться совсем. А-а-а, машина! Смотри. Давай, Димончик, я тебя немножко подожду. Наклоняем свои машины вперед. То есть это вниз надо нажимать. И летим. Опа, Ярик куда-то полетел. Ну не все, но все равно прикольно. Скорость немножко сброшу. Все, я вижу, ты летишь. Блин, ну это классно. Я не знаю, какие-то звездолеты построили прям. Я могу его контролировать зато. Сейчас попробуем приземлиться, ребята. Димончик, я вот сверху лечу тебя. Там дерево, ты сейчас врежешься. Нет. Нет, не врезался. Я тебя подожду, я сбрасываю скорость. Сбрасываю. Я вот. А, вижу. Димончик, будем сейчас приземляться пробовать. Нормально пролетели так. Километр, наверное, пролетели. Так, надо выбрать местность там. Так. Класс, Димончик, ты дети, не вижу. Ты упал? А вот ты! Планируешь, я вижу. Тяжело выровнять, Димончик, ее будет. Ну, я выровнял. Там надо еще как-то угадывать, как-то назад, наискосок, да, нажимать, чтобы понять. О, я вижу, он посадочное место. Попробуем туда, ребята, приземлиться. Выравнивать, надо сразу две клавиши зажимать. Например, назад и вправо. Да, я так и делал. Может, конечно, не приземлюсь четко. Но сейчас мы здесь приземлимся. А, ты хочешь прям на ту штуку приземлиться? Да, не получится. Я хочу более нежно это сделать. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Вот, смотри, это моя тачка, кстати, моя. О. Хочешь смотреть? Вот, смотри. А ну, поедь. Она поворачивает или нет? Она только может вот так ехать. А как ты ее назвал? Черепаха? Большая черепашка. Не могу ее... Воу! Она у меня неадекватная стала. А что ты ей сделал? Остановите ее. Ты движок заклинил. На максимум. Блин, у тебя техника останови. Какая-то бешеная становится. Смотри, убегает. Я просто еще не доделал. Это шедевр на самом деле, Димас. Все, нормально, летим. Ребятушки, все четко. О, сможешь приземлиться на том куполе? Подождите меня. Я лечу, пап. А вон давай, там Ярик. У нас Ярик. Сейчас Димон меня покатает. Ну это, конечно, было не очень так мягко, но нормально. Мягкая, да, посадочка. Ребята, полетели. Ой. Очень быстро взлетает машина, просто моментально. А там Ярик стоит! Ого, ты так лицо сделал страшное, я же испугался. Блин, ребята, смотрите. Мы втроем летим. Вот наша тень от машины. Ракета! Рядом! Ракета! Дима, ну ты псих! Ребята, это просто класс. Димон, конечно, профессиональный летчик. На такой-то машине без крыльев, без ничего, просто управляем. Ярик улетел, да, вниз? Да, я улетел, но я бегу за вами. Мы летим. Димончик, там, наверное, забор сейчас будет, конец карты. Да, сбрасывай.
Нормально, нормально. Все будет мягенько, ребята, смотрите. Сейчас оценим его приземление по пятибалльной шкале. Ну-ну-ну, там дерево. Не, намного мягче, чем я жестче сел. Димончик, давай еще разок мне прокатим, мне понравилось. И будем уже строить каждую свою машину. Экстремальные полеты. Давай экстремальный полет. Давай, я хочу прям, знаешь, жесткий полет. Прям наклони ее сильно. А, сейчас. Я понял. Не спеши. Полетели. Наклоняй. О-о-о. Наверное, скорость будет большая, я так понимаю. Смотрите, ребята, прям над деревьями летим. Дерево. Не, Димончик, ты вообще псих какой-то. Смотрите, как чёт. Ты чё? А как я так научился управлять? Не упадем, не? А, да ты ускоряешься так? Дерево. Ай, ветки, поцарапали мне лицо. Димон, ты псих какой-то, я тебе говорю. Как ты так надо? Ты прям чувствуешь машину, я вижу. Не, мы так упадем. Упадем, ребята! Это экстремально. Сейчас будем строить машины, и у кого машина самая быстрая будет, тот и выиграл. Все, ребята, мы построили каждую свою тачку. Так, я хочу сбоку здесь сесть. Вот, все, Димончик, я сижу. Автобус счастья. Напишите, ребята, что вы думаете по поводу этого транспортного средства. Оно напоминает мне какой-то луноход, там, не знаю, 2019 там. 2019. На Луну будет спущено скоро такое же. Ага. Шестиколесный. Ну, вроде едем. Еще и быстро едем. Ничего себе. Ну, так я что думал. Какая скорость приблизительно? Метров 50-60. Ай, нас кидает, мы сейчас упадем, скорее всего. Не упадем. Профессиональный водитель автобуса. Все четко. Ага. Нас двигает. Профессиональный водитель едет. Я тоже кинул. Давай, Димончик, к нашим машинам едем. Будем дальше тестировать Ярика машину. Аккуратно зацепились за камни. Так еще одна зацепка. Страшно. Да, у тебя он вообще военный. Ага, он у меня стены пробивать будет. Тракторец ждет. Трактор гоночный готов. Это монстр вообще какой-то.
Да, это какой-то монстр. Сейчас я вас тоже выкачу на поле. На максималку движок? Не-не-не, на максималку очень сильно максимально. Это так. Очень сильно максимально. Что, нормально прет? Да, нормально. Поворачивай четко, смотрите, даже не переворачивается. Чтобы не перепрыгивать, ребята, готовьтесь. Во, а? Офигеть. Согласись. Это круто. Века. Кружок. Эх. Нормально, ребята, мы не упадем никогда в жизни. Ага. Ай. Классно, да? Давай, Ярик, вези нас к нашим тачкам, будем гонки устраивать. Я для быстрее. Того, чтобы никто не выпал. Димон сразу, ого, у него машина. Тихо-тихо, надо не запутать. Я тебя таранить могу, кстати. Да не, ты не сможешь, потому что я сейчас увалю от тебя. Ярик пошел вперед, ничего себе. А, Димончик, я уж... Опа, Ярик застрял. Ай, фух, фух, живой-живой-живой, я газую, я газую. Я Димончика уделал. Давай, Димон, да. Подожду тебя, чтобы было честнее, а то я уже взял бы вас всех. Подожду, да подожду, хочу сделал. С тобой потягаться. Ты бы там перевернулся. Не сможешь, не сможешь. Ого, уделываешь, уделываешь. А ты что думал? Все-таки автобус. Ну все, теперь я... О, Ярик прет, смотрите. У Ярика какой-то ковер-самолет, а не машина. Делает всех, ничего себе. Так, давайте не сбавляем оборотов. Блин, я на задних колесах. Есть, Ярик врезался, все, я могу быть впереди. У меня машина буксует. Надо передок утяжелить, сильно легкий. Это, мы еще посмотрим, пап, кто будет первый. Смотри. Я еще еду, нормально. Я сейчас вырвусь снова вперед, смотри. Нет, я тебя не пущу. Я впереди. Ага, кажется, пустишь. Все, пока. Так вот, я тебя не видел. Блин. Ха-ха, я газ бросал. Ну, Ярика, какой-то вообще сундук такой. Мне так смешно, да, его технику... Ну, фантазия у ребенка вот такая. Че поделаешь? А у тебя вообще... Есть, есть, я сейчас первый буду. Ю, Ярик, не мешай меня. Есть, ребята. Техника победила моя. Медленно, но уверенно. Она... Кто дольше простоит на крыше самолета? Я буду в вертикальный взлет делать. Кто из них первый упадет? Вы готовы, ребята? Да. Да. Поехала. А, я когда взлетаю, они багаются. Мы просто не проверяли, как это что работает. Но теперь знаем. Ай, блин, я понял. Тут надо зажимать и бросать. Все. Извините, я механизм не въехал. Вы еще крепкие пацаны, держитесь? Тихо, так. Сейчас он будет падать. Я сразу нажму газ. Я думал, надо удерживать, а тут просто зажимаешь. Все, полетели. Полетели. Сейчас попробую его немножко откорректировать. Ой, колеса пусть будут. Ой. Трудно, да, самолетом управлять? Я просто немножко хочу его... Во-во, вы еще держитесь, нормально. Не, Димон, не так уж и сложно. Держитесь, да, я вижу, все хорошо у вас? Да. Теперь падай вниз. А, где? Так классно, ребята. Блин, скраб-механик, это такая сильная вещь. Вообще. Я обалдею. Папа, чё мы задом летим? Можно тебе задом? Чё мы летим задом? Я буду вам сейчас делать за пакости, чтобы вы падали. А нас не так-то просто и повалить, если чё. Сейчас проверим. Все, Ярик упал. О, я живой еще. Приземляемся. Ярик, мы приземляемся. Мы не сильно упадем, мы нежно это сделаем. Подождите меня. Все, мы тебя ждем. У меня утренняя пробежка. Теперь ты будешь взлетать, а ему не с Диманом прятаться. Ой, прятаться. Подождите, где я? На каком я сиденье? Ага. Блин, тут так все так... Не так уж и просто, надо привыкнуть. Тук-тук-тук-тук-тук, откройте, пожалуйста. А, сейчас я открою, подожди. Сейчас камеру. Это колеса. Вы меня все-таки это откройте, скорость. Ну что, Димон, ты готов? Так, я буду от третьего лица играть. Все, с Димончиком теперь, давай. Кто из нас первый упадет? Ярик, давай, взлетай, взлетай, не бойся. Ой, Ярик, ты чё? Да ты должен у меня, Димас, учиться выживать. Ярик, ты что делаешь? А, крыло, крыло, крыло! Крыло тебя не спасет. Ярик, давай! А, я упал, все. А я жив. Ярик, я дольше тебя простою. О, интересно, если я на правое крыло пробегу, будет наклон идти?
А, двойка это вперед лететь. Да-да-да. Опять летим. Пап, надо. Ой, я колеса это... убрал на тройку. Все, теперь мы. Да я знаю. Теперь если разобьемся, то полностью. Oh, my best friend. Ярик, ты упадешь так. Кто первый упадет? Я упал. Я упал. Блин, смотрите, как это классно смотрится, ребята. Димон, сажайся, я еще хочу раз с Яриком погадать. Садись, аккуратненько, аккуратненько садись. Ярик, ты готов проиграть? Нет. Это ты должен быть готов. Я буду самолет красить, пока мы летим. Тихо-тихо, Димон! О, все, мы летим вперед. Димончик, короче, психанул. Летим, летим. Два прям над этим, над картой, над лесом. Ярик упал, да? Ага. Во, взлетаем. Ярик, ты молодец. Димоч, надо седлушку тебе поставить здесь. Его можно под себя переделать и сохранить. Знаешь, такой барни? Клуб такой устроить здесь, там столики наставить. Типа, знаешь, летающий клуб. Ярик, ну как там на борту у нас? Все хорошо? Да. Пока что никаких наклонений нету. Ярик, ты наклоняешься сильно. Вперед наклоняйся. Вперед, вперед, вперед. Воу, у меня тут... Там есть клавиша, Ярик. Технические проблемы. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.